Всем привет! Сегодня мы впервые, наверное, за сколько? Я не знаю, за очень долго. Решили выбраться за город, поедем на шашлыки, отдохнем. Там вроде какое-то озеро есть, какая-то красивая природа. Никита будет там рыбачить с нашими друзьями, ну, вернее, с одним. Да. Вот. Женщины будут готовить, мужики будут добывать еду, да? Все как в каменном веке, в общем-то, ничего не меняется. С собой тоже взяли Сэмика, вот он тут сидит, малыш. Вот. И, в общем-то, хочу тоже вам показать то место, потому что мы вот как-то за Одессу, ну, вообще, по-моему, никогда не выезжали толком. И я даже не знаю, тут рассказывают столько мест есть каких-то классных, красивых, где можно отдохнуть, а мы... Ну, вообще нигде не бывали никогда. И вот это нам предложили, мы решили, почему бы и нет. Так что потом расскажем вам, что почему. Сейчас вот отошли от этой всей рыбалки, потому что на месте рыбалки, как оказывается, сильно шуметь нельзя. Поэтому мы решили с Никитой немножко отойти, потому что Сэмик тут сходит с ума и хочет купаться. Он впервые в жизни полез вообще в воду, потому что в море он никогда не идет, потому что там даже минимальные какие-то волны его пугают, потому что волны, они приблизительно размера с него как раз получаются. А здесь вода полностью стоит, такой штиль, как бы, я думаю, вы сейчас видите тут на фоне. Это все озеро. Оно тут, кстати, с обеих сторон. Вот так вот это все выглядит. Вот там вот, кстати, самый первый причал, это наш. А здесь вот так вот очень даже симпатично. Это село Мирное. Здесь вообще платная рыбалка, здесь все рыбаки собираются, как бы платят за, не знаю, как, наверное, за время или, да, наверное, за время, которое тут провели они. И вот все рыбаки собираются и ловят рыбу. Потом, когда ее поймают, смазывают, там, ну, как бы убирают крючок, смазывают каким-то специальным лекарством и отпускают. А вот здесь Никита с Сёмкой сидит. Сёме, ты будешь купаться? Ты будешь купаться? Да, малыш? Он так смешно в воду залазил. Вот сейчас я буду снимать, наверное, как он будет залазить. Он боится этого. И сначала пытается передними лапами грести, а задние еще у него... Лягушку испугал. Кого? Лягушку? А, вот же она. Да. Ты такое чучело, Сэмми. Сейчас будет очень смешно. Он так залазит, такой трусливый немного. Начинает передними лапами грести, а задними еще на земле сидит. Давай, Сэмми, давай, вперед, можно, давай. О, есть! Поплыли, поплыли. Ты смотри, как плывет. Он в море вообще так не плавает. А здесь так, и мы его оставили на поводке, чтобы в случае чего его спасать. Он что, рыбу словил? А, нет, какую-то штуку. Ой, он тонет. Молодец, ты такой добытчик. Молодец, молодец. Да, добыл. Добыл какую-то штуку. Молодец. Еще купай, ну что, как тебе твоя первая рыбалка? Очень тут, кстати, неплохо. Такая природа. Здесь абсолютно нет никакого такого комфорта. Очень такая девственная природа. Единственное, что вот, вот такие вот как бы беседки. У нас там с другой стороны беседка намного больше. Где-то раза в три, наверное, больше, чем это. Вот она как раз напротив. И туда неплохо большой компанией. О-о-о, Сэмик опять за палочкой. Давай, давай, вперед, Сэмик, вперед. Вперед. Посмотрите, как он заходит. Еле-еле просто такой трусишка. Молодец, молодец, Сэмик. Ой, сломал. Шлюму. Сэмик тут уже после двух раз возомнил себя крутым пловцом. Сэмик. Сейчас покажу вам, как он уже в воду заходит. Давай еще раз, давай последний раз. Итак, поздравляю с первым уловом. Сейчас, сейчас, подожди. Рыбешка. Бедная. Не, вот. Ну мы ее выпустим.
Мы ее выпустим. А ну. Это ты ее несешь сейчас на этот мат? Да. Не, зачем я на мат? А как? Да ее вот так на асфальте прямо можно на этом. Это ж не ты красиво. Что? Это же первое. Все должно быть красиво. Первая рыбка. Сколько весит по ощущениям? Сколько весит? 5 где-то. Да. А может 7-8? Не, это, как ты сказал, трофейная рыба. Да. Трофейная рыба. И что, ты ее сейчас пойдешь выпускать? Да, конечно. Рыбаки, это такое, у вас собака разделась. Выпускай. Плыви себе. Оп, все. Угнал. Мы уже вернулись с нашей природы. Самик уже завалился спать. Вообще без сил полностью сегодня. А я вот себе приготовила сейчас друзей. Начала пересматривать друзей. Уже дошла вот до 7 сезона, 3 серию буду смотреть. Вот, это то, что меня ждет. И моя, естественно, подушечка. В общем-то, сейчас буду ложиться спать. Спасибо, что провели этот день со мной. Поставьте лайки, если вам понравилось видео. И до встречи в новых моих видео. Пока!